Черт, Северин, здесь внизу отвратительно. Ну, все же это канализация. С таким количеством ХП, конечно, очень круто оказаться на новом уровне. Смотрите, что я могу. А, ярости недостаточно. А, я совсем умираю, да? Да в смысле? Черт, Северин, здесь внизу отвратительно. Ну, все же это канализация. Ты слышала? Подрывай быстрее! Ну! Ну она же не убивала меня мгновенно. Что такое-то? А, я понял. Ну куда ты? Эй. С лопатой, да? Давай ты ко мне сюда вот так. Оп, молодец. Молчать. Куда? Куда? Куда вы нас ведете? Народ, не останавливаться! Вперед! Топаем, топаем! Зачем? Похоже, они гнали свои жертвы этим путем. Какая-то подземка, так? Позволяет им передвигаться по городу, пока светит солнце. Мне опять что-то ломать надо? Не пойму. Иди сюда. И сколько ты еще протянешь? О, сверхскорость. Но здесь расход уже побыстрее идет. Не то чтобы мне это толку дает много. Могу таким образом сосать кровь издалека.
Ай. Да, скрит записи можно крепить. Лучше беги, это не поможет, но возможно тебе так будет легче. И ничегошеньки. Не слабо. У тебя есть что-нибудь крупнокалиберное? Можешь пробить себе путь? Думаешь? Да эти баки такие толстые, что надо пушку пробивать. Чё, тут вроде не толстые. Не ожидал там такой артиллерии. Я тоже. Они стараются прикрыть свои следы. Ой, пожарился. Убить тебя, пока ты не сдохнешь. Да почему ты я-то? Еще. Эй, ты что-нибудь знаешь про этих парней со взрывпакетами? Чувак, неважно, насколько ты предан. Если тебя размажет по канализации, то темный дар тебе не пригодится, так? Да ты че? А почему он взорвал слуг? Все, я тебе не буду говорить. Нифига, нифига, нифига там. Иди-ка сюда. Нет? Теперь я по вам постреляю. Довольно неожиданная механика на самом деле в этой игре. Забудь, закладывай заряд. Ух ты!
Ну тупые. Ты чего упал? Не понял. Бежал, бежал, такой упал. Мне кажется, он прикинулся мертвым. Тоже уже что-то подустал. Игра прикольная, механики кривые местами. Ну и сохраненок, конечно, нет. Хотя бы перед боссами могли бы сохранять, а не весь уровень с нуля. Пожалуй, даже если бы хотя бы просто сохраняли перед боссом, уже было бы проще. Не-не... Что это? Зачем ты это сделала? Почему ее не убило? О, ай. Давай соси быстрее. Надо бежать. Не понял. Сколько ты еще протянешь? Так, а фантом мне вот этот, который вылетает, ХП не восстанавливает. То есть бесполезная штука. И слишком много ярости тратит. Саш, не скажи, если дошел до босса с малым ХП или с малым количеством ярости, то тоже сохранять? Тоже сохранять, сам виноват. Всегда есть выбор загрузиться чуть раньше. Ну, если, конечно, ты сохраняешься на один сейф, то это уже твои проблемы. Ну вообще просто нужна какая-то механика восстановления ХП, наверное, в бою. Двигайтесь к водоочистному комплексу. Мы остановим ее там. Попробуй теперь пройти. Эти ребята помешались на взрывчатке. Туннель завален. Ну-ка. Ай. Да, похоже, они отрезали тебе единственный путь к водоочистному комплексу. И что теперь делать? Как что? Искать другой путь вниз. Сейчас, подожди. Нет, ты утонешь. Утонула. У меня еда утонула. А ручные сейвы, да, были бы в этой игре очень неплохи. На самом деле. Приборы показывают вход в туннель прямо под тобой. Попробуй пробить вход с помощью больших пушек. О, хорошо. Да ёкалана.
Она там так вгрызается, как будто она там не просто кровь пьет, она там куски мяса просто выдирает. Ты никогда этого не забудешь. А зачем здесь висят вот такие взрывные штуки? Раз. Это же опасно. Я прошла. Видишь служебный туннель, идущий вниз? По нему доберешься до водоочистных сооружений. Ого. Ой, там сейчас вообще какая-нибудь мутантская фигня будет. Черт, это еще что? Ты тоже слышишь? Ума не приложу. Звучит как что-то большое и злое. Ой, сейчас будет круто. Промазал. Почему они не умерли? Да. А. А, надо было просто убить. Зачем здесь ответвление есть? Мне сюда надо? Нет. Поехали дальше. Да что так? Так, у меня еще есть попыток 3. А мне не больно. Я в конце служебного туннеля. Так, похоже, ты входишь в секцию старого комплекса. Будь внимательна. Внимательно к чему? Быстрее! Скажите Кестрелам, что у нас здесь живая. Мы поднимем воду и уничтожим ее. Отлично. Только не пускайте воду, пока мы не пройдем туннель. Весь туннель! Тащите свои задницы на место! Ладно, парни, включайте насосы! Давайте воду! Северин, я приближаюсь к ним, но воды слишком много. Рядом с тобой должна быть насосная. Попробуй снизить уровень воды. Где? Как отцепиться вниз, упасть? О. Уже встречалась с моими мальчиками, красотка? Опять-то. Преданные, готовые отдать, ну, в смысле, другая ты. Даже себя. А потом хозяйка возродит их еще лучше, чем были. Да, детки? Что это? Взрыв-пакеты? Боже мой, камикадзе! Чем же они вас соблазнили, ребята? Они не говорят, красотка. Сами себе отрезали языки. Вот такие они. Вперед, мальчики! Ага. Может, мне куда-то в трубу покидать надо как раз?
А, не-не-не-не-не-не. Куда вас покидать, ребят? О! Где-нибудь рядом видна дверь. Она должна вести прямо к западной насосной. Эти насосы необходимо отключить. Вот насос. Что сделать, чтобы его выключить? Не знаю, я же его не вижу. Там есть рычаг или выключатель? Ай, это взрывное было. Вот выключатель. Вот, нашла. Отлично. Первый отключен, остался еще один. Хм, это было просто. Эх, а я думал, подрывать надо будет. Че, они зря, что ли, просто так бегают? Ты ко мне обниматься пришла. Мальчики, так. Ой. Пора получить тебя манерам. Ну, а можно не надо. Сделай одолжение, спускайся, я быстро учусь. Я научу тебя, что и твою красоту можно изрезать. И это ты выучишь быстро. Да, кто сам не умеет, идет в учителя. Так я сделал. У меня ярости мало. Нет, не зажимай меня. Да что происходит вот это? Ой, еда. Подожди. Не понял. Кестрил там сгорело? Она сгорела. Эй, школьница, восточная насосная открыта. Может, по пути вниз зайдешь и отключишь насосы? Блин. Я думал, все уже как бы заново можно начинать. Изи, да. Надо будет иметь в виду, что их можно поджечь. Не заставляй меня импровизировать. Что теперь? Теперь будем закидывать трупами вашими. Нет, не моими! Можно попить? Сейчас... Нафига мне ваш дробовик? Я даже и мечтать не могу. Дробовик мне дали. О, дробовик прикольный в ближнем.
Ох уж ты старые игры. Придумали механику с крюком. Такие. Будем использовать его везде, где только можно. Вообще красота. Слушайте, все подорожало. Хороший способ выключить насос. Выключатели, рычаги. Все это так старомодно. Зачем вы мне трубу показываете? Ладно, уровень воды падает и уже достаточно упал. Главный водоочистительный агрегат на другом конце служебного тоннеля. А где подрывник? Про механику с кружкой я промолчу. Я не понял. Там наверх была лесенка. Может, поэтому показал? Не, не выдумывай. Рейн, здесь становится жарко. Эти ребята вышли на улицы. Копы не могут ничего сделать. Не знаю, что задумал культ, но они пошли ва-банк. Они больше не скрываются. Утро у людей не останется сомнений, что вампиры существуют. Кстати, утро здесь что-то не торопится. Как дела у тебя? Сыровато на мой вкус, но это не мешает мне держаться недалеко от наших друзей. Так, ты поняла, куда они направляются? Пока нет, но они настроены весьма серьезно. Идут на восток. Там промышленный район. Я проверю. Будет что-то новое, сообщи. Только ради бога, не зови меня вниз. Поторопись, Рейн. Все насосы надежно дублированы. Вода прибывает очень быстро. Да ё-моё. Вы чего прикалываетесь? Постарайся двигаться как можно быстрее. Я могу бегать очень быстро. А, прыгай, Рейн. У меня такое чувство, что эти мостики совсем не... Ничего себе. Клево. Деревяшки плавают. Стоило упасть, чтобы это выяснить. Как кстати. Откуда вы тут взялись? Да что там на... Понимаете, в чем прикол? Она целится... Крюком не туда, куда камера повернута. Она целится крюком туда, куда она смотрит. Моделькой. Так. И вот из-за этого большая часть проблем. Сейчас, подождите, я тут поем. На самом деле страшная вот эта штука рядом с водой. Интересно, как бы современную игру с вампирскими вот такими штуками сделали бы? Ну, именно вот наподобие Бладрейна. Я не знаю, тот же вампир там что-то похожее или совсем другое. Ха-ха! Катитесь, катитесь! Ой, вот эти всякие физические, конечно, на самом деле штуки были прикольные.
Ого. Это что-то новенькое. Крутой удар. По-моему, да. Это ты Чак Норриса пародируешь? Не, про 2D Blood Rain мы знаем. Посмотрим его потом. Когда-нибудь. Когда я его где-нибудь по скидке выловлю. Хотя он не очень дорогой. Но... Не знаю, посмотрим. Будет время, в общем, поиграем. Ставь детонатор и рвем когти. Готовь, заряжай эту хрень. Я знаю, что делать, просто заткнись. И я ни хрена не слышал. Может, крысы? Да? Крысы с серебряными шпильками? Хе, чего, шпильки? Кто-то. Я слышал, это вампирша, еще та штучка. Как раз это успели сообщить ребята Шепарда с вокзала. А потом она их на гуляш покрошила. Говорят, у нее такие два клинка. Два чертовых огромных серебряных клинка. Боже, вы двое заткнитесь нахрен. Сюда будете вообще ходят сантехники? Просто молчите и ждите. Нет, она правда ходит на шпильках? Вот она! Показалось. Мне кажется, сейчас можно было бы очень крутую игру про вампиров сделать. Блокировано. Северин, я в тупике. Поможешь? Прохода нет, но это старая часть системы. Конструкции могут быть изношены, тем не менее, нужна взрывчатка, чтобы... Ну, взрывчатка-то у нас есть. Кавалерия уже здесь. А что мне надо было сделать? Трубу взорвать вот эти можно. Я прослушаю. А, стену пробить. Все, понял. Хоба! Хоба! Опасненько. Нифига, это... Это нормально? Еще. Разработчики не знают чувства меры. Совершенно. Ладно, я пошел. Вижу еще один служебный туннель за водой. Используй тяжелое оружие. Придумай, как вскрыть пол. Горячий свинец освежит мое мировосприятие. Черт, у меня заканчивается кровь. Красиво. Отлично. Спускайся по служебному туннелю. Он ведет к другой подстанции обработки воды. Как? Нет! Кто же знал-то, что там труба? Я сейчас Нет. Что, опять туннель рыть? Что это было? А, нет, слава богу. Вижу еще один служебный туннель за водой. Используй тяжелый... Горячий свинец освежит мое мировосприятие. Вот
Satisfaction 1 в этом плане, кстати, забавный. Можно было допилиться до конца миссии. Отлично. Спускайся по служебному туннелю. Он ведет к другой подстанции обработки воды. Для меня пока самое сложное — это трубы, с которых она спрыгивает куда хочет, а не туда, куда надо. О, опять. Опа! Ты никогда этого не забудешь. Как-то это криво работает. Господи, Северин, этот голос. Что-то не хочется мне к нему идти. Даже стены трясутся. А другого пути нет, а? Ой, да ладно, Рейн, чего ты боишься? Мы с тобой Белиара запилили в первой части. И эту тушку запилим. Кто в меня кидается? Ты кидаешься? А, опять самоубийца. Что, вот эти вентиляторы подорвать? Найди путь через этот отстойник и доберись до тоннелей на той стороне. Я вижу там огромную комнату. Наверное, это главное сооружение водоканала. Она ему по морде дала. Да нет, нет, нет. Красиво полетел, но приземлился на ноги. А, ну, я все сделал правильно. Оно само, правда, сделалось. Так, в следующей комнате должен быть тоннель. Если они добрались до метро, он должен вести туда. Если нет, готовься приветствовать весь городской запас бомжей, наркош и проституток. Да я всегда готова. Покушаем заодно. Где быстрое сохранение? А долго тут еще? Мне интересно. О боже. Что там? Ох ты ж! Что за хрень? Я не этого ожидал. Что ты сделал? Я не знаю о твоих детях. А кто ты? И никакого Зеркса тоже. Северин, ты слышал? Есть что-нибудь о Слез? Плохие новости, Рейн. О, тоже семья угадала?
Да, она из этой семейки. Похоже, настоящая машина по производству детей. Остальное не ясно. В Римстоне предполагают, что она – вавилонский крылатый суккуб. Очень древняя. Понимаешь, что это значит? Крылатый суккуб? Нет, ничего не знаю. Так, суккубы, рожденные вампирами. Убить их можно, только уничтожив их сердце. Кожа очень прочная, клинку не поддается. Тогда что-нибудь более ударное? Верно. Посмотри, что можно придумать. Наверное, в нее надо кидать вот этих подрывников. Нет? Для слепой твари она неплохо попадает. Может, ей понравятся ее собственные штучки? А, то есть сюда она меня не пустит, я понял. Да все, хватит. Ау. Давай, лети ко мне. Чё так долго-то? Суккуб. Вот так. И не прикроешься. Откуда? О, хорошо пошло. Я чё, я бегаю, что-то взрывается вокруг. Я думаю, подрывники до меня не доходят. Сейчас еще в нее полезем, судя по всему. Кажется, крылья больше не работают. Она уязвима. Проберись внутрь и вырежи сердце. Сейчас, не падай. Ну, отлично. А что у нее сердце где-то вниз? Да, почему у нее сердце там, не знаю. Отлично. Видишь, не так уж и трудно. Ты просто чудо, честное слово. А теперь можешь найти путь на верхний ярус? Да у меня все волосы в кишках. Рейн, поднимись на второй ярус. Там есть туннель? По нему они выбирались в метро. Погоди, мне надо побыть одной. Так. Сестра, это я, подожди. Я знаю, кто это, Эфемера. Я почувствовала твой запах. Твоя тень воняет за милю. Я здесь, чтобы сообщить, злясь мертва.
О, отличная работа, сестричка. Я не убивала ее. Думаю, это дело рук Дампира. Неужели? Если чистокровный позволил Дампиру убить себя, туда ему и дорога. Думаю, все в твоих руках? Конечно, ничего страшного. И все, о чем я узнаю, будет сообщено отцу. Конечно. Это так на тебя похоже. Ничто не должно помешать нам завтра. И хочу спросить, как идут твои приготовления? Все по плану, даже раньше. Зеркс завтра испытает, как работает саван. Это будет проба. Ты отлично поработала, Ферил. Мы многое можем сделать, ты и я. Завтра большое шоу, а потом мы можем добиться чего-то большего. Это пахнет изменой, сестра. Ты и я захватим весь культ Кейгана. Да, это будет замечательный сюрприз. Ну, мне пора идти. Надо разобраться с этим дампиром. О, Эфемера, помни, я быстрее и сильнее. В следующий раз попробуешь подкрасться, и я сразу убью тебя. Понятно? Нет проблем, Ферил. Какие тут дамы? Опа. Эй, неплохой трюк. Неплохой. Помнишь меня? Да, помню. Эфемера, помню, а ты? Я даже забрала у тебя кое-что 8 лет назад. Вот как? А, таинственный похититель. Так ты вспомнила? Я спасла его, прежде чем ты смогла обратить его. Прямо из-под твоего носа, да? Да. А как поживает наш мистер Северин? Он счастливчик. Я сделала так, чтобы он видел меня в каждом сне. Вот почему он практически не спит. А как дела у тебя? Просто замечательно. Я вот-вот стану богиней. Скоро произойдет нечто восхитительное. Я слышу, отец. Сейчас. Боюсь, мне придется уйти. А почему бы тебе не прийти и не взглянуть самой? Мы могли бы закончить наши старые дела. Приходи. История вершится на закате. Это была та, о ком я подумал? О, ты слышал? Да, твоя бывшая подружка. Но нам не удалось толком поболтать. Хотел поговорить? Я бы соединила. Нет, благодарю покорно. А что там было в конце? Приглашение. Слушай, какая ветка ведет на химический завод? Там они собирают всех похищенных. А, посмотрим. Синяя. Так ты вдруг озаботилась судьбой похищенных? Не, извини. Просто там у меня свидание. Хочу оказаться на месте пораньше.